70 человек пропали без вести, двое французов и один житель Перу погибли. Таков пока лишь предварительный итог трагедии на круизном лайнере «Конкордия», потерпевшем крушение у итальянских берегов. Корабль наскочил на риф, и вечером многие уже спали. Предполагается, что некоторые пассажиры просто не смогли выбраться из кают. Многие получили травмы в панике, прыгнув в воду с головокружительной высоты. Выжившие винят экипаж в некомпетентных действиях в момент ЧП. Всех охватила дикая паника. Можете себе представить? Ставить жуткая паника. Мне это «Титаник» напомнила. Капитан шел в 150 метрах от берега, но это же немыслимо. Наверняка это была чья-то ошибка. Сейчас столько приборов контроля за работой круизных лайнеров. Скорее всего, причина трагедии – человеческий фактор. На борту были 4229 человек. По последним данным, никто из находившихся в круизе россиян не пострадал. Почему корабль сбился с курса, а эвакуация началась лишь через 2 часа после столкновения с рифами, на эти вопросы предстоит ответить следствию. Водолазам приходится спешить. Лайнер, еще вчера считавшийся храмом развлечений, сползает на глубину.